Сегодня мы организовали памятную акцию, чтобы вместе выразить акт скорби, потому что наша задача сегодня – это быть вместе. Данный мемориал будет находиться в течение 2 дней. Возможно, если будет необходимо, мы продлим, цветы не будут убираться. И вот даже мы видим, что сейчас после акции жители продолжают постоянно подходить. Увидел то, что произошло в новостных программах. Я был просто шокирован. У меня дыхание перехватило, сердце сжалось, потому что простые гражданские люди пришли на мероприятие, пришли с детьми. Там бабушки, дедушки со своими внуками. И вот такое произвести. У меня в мыслях такого не укладывается, понимаете? Пусть эта ситуация сделает нас только сильнее. Все, ребят, помогу, волнуюсь.